А теперь позвольте привести несколько практических доводов в пользу насаждения церквей. Дальше, когда речь пойдет о библейском обосновании этого служения, мы рассмотрим библейские доводы, несомненно, более важные. А пока несколько практических соображений. Нередко бывает так, что у кого-то появляется видение создать в городе новую общину. Кто-то возразит: у нас и так довольно церквей, зачем еще одна? Давайте лучше увеличивать существующие общины. Это, пожалуй, самое распространенное предложение. Да, нести Евангелие людям и приглашать их в церковь надо, вот и давайте наполнять уже имеющиеся общины, а не создавать новые. Подход понятен, да и против больших церквей лично я ничего не имею, мне они нравятся, и одну из таких я даже посещаю. И тем не менее, я считаю, что они могут и должны основывать дочерние общины. Знаете, каковы законы Божьей математики? Жертвуя ресурсами на организацию новой церкви, материнская церковь не только не теряет, она растет. Немного позже я расскажу вам почему. А пока давайте рассмотрим несколько практических доводов в пользу организации новых общин. Во-первых, молодые церкви растут быстрее, чем уже существующие. В подтверждение своих слов приведу несколько примеров, прежде всего, конечно, североамериканских церквей. Найти эти данные было несколько проще, а также немецких. Вот смотрите, на этой схеме представлена информация по свободной методистской церкви за десятилетний период с 1982 по 1992 годы. Пунктиром вот здесь отмечено, как изменилась бы численность церкви, если бы новых общин в этом регионе не появилось. Вот такой была бы численность. Судя по графику, она осталась бы примерно той же, около 3500 человек. Сплошная линия показывает общую численность всех церквей, в том числе и вновь образованных. Итак, как только существующие общины начинали заниматься основанием дочерних церквей, их численность возрастала чуть ли не вдвое. В противном случае она оставалась неизменной. Обратите внимание, практически никакой динамики роста. Лишь сохранение достигнутого уровня. Таким образом, численный рост оказался обусловлен формированием новых общин. Еще один пример. На этот раз речь идет о временном отрезке в год-два. И снова североамериканские церкви. Посмотрите, застоя в старых общинах нет. Определенный рост наблюдается. Так, в церквях, которым около 100 лет, он составил примерно 20%. А вот смотрите, какой скачок. В 20-летних и более молодых общинах этот показатель равен уже 40% за 10-летний период. Вывод очевиден. Более молодые церкви растут активнее. И еще несколько примеров. Южные баптисты. Они решили подсчитать, сколько новообращенных в их общинах приходится на каждые 100 человек. Итак, сколько новообращенных приходится на каждые 100 членов общины? По полученным данным, в церквях, существующих 3 года и менее, показатель ежегодного прироста составил 10%, то есть 10 человек на 100 членов общины в год. А вот в общинах, относящихся к возрастной группе от 3 до 15 лет, уже вдвое меньше. На каждые 100 членов церкви там приходилось лишь 5 новообращенных. В еще более старых церквях этот показатель был и того ниже, и едва достигал отметки в 2%. Речь идет именно о новообращенных из мира. Иногда рост церкви обеспечивается ее пополнением за счет верующих, пришедших из других общин. И само по себе это неплохо. Как отрадно, что церковь может прирастать и обращенными детьми верующих родителей. Но в данном случае речь идет о плодах евангелизационного служения, и в этом смысле молодые церкви оказываются более продуктивными. Еще несколько примеров. Перед вами довольно сложная схема. Она отражает положение дел в свободной евангельской церкви Германии за 2-летний период, а точнее соотношение показателей роста и возраста общин. Вот здесь 100-150-летние общины. Они, как вы видите, не просто не прирастают, а даже численно уменьшаются.
Чего не скажешь о некоторых 60-летних общинах, где, на удивление, наблюдается очень неплохой рост. Однако в среднем, вот посмотрите, середина отмечена черной линией. Численный рост, равный 17%, демонстрирует церкви, которым нет еще и 10 лет. Напомню, за 2 года. Активно растут именно молодые церкви. Если проанализировать рост численности за счет новообращенных, то показатель здесь такой. 5% в общинах возраста до 5 лет, и опять-таки он самый высокий в молодых общинах. Ну что ж, дальше утомлять вас статистикой не стану, разве что последний пример из Тайваня. Имеющиеся данные свидетельствуют о неплохом численном росте в церквях, основанных до 1950 года. И все же в целом существенно более высокие показатели роста снова наблюдаются в сравнительно недавно образованных общинах. Похоже, явление это универсальное. Чем это объясняется? Попробуем предположить. Причин тому несколько. Во-первых, если вы организуете новую общину, но не благовествуете, никакого роста не ждите. А нет роста, нет и развития. Если у вас всего 10 человек, и необходимости благовестия говорить не приходится. Без него никак. Но не только без него. Как правило, на начальном этапе организации новой общины основатели и первые новообращенные отличаются высокой мотивацией рассказывать людям о Христе. В небольшой общине численностью в 20-30 человек новое лицо не заметить нельзя. И оставлять его без дальнейшего внимания тоже нельзя. С ним надо познакомиться, подружиться. Остаться в тени не удастся, иногда это, правда, работает в минус. И все же молодые церкви заряжены на благовестие. Здесь чаще замечают новых посетителей, здесь больше творчества, другими словами, они выходят за рамки традиции. Мы всегда делали это так, а благовествовать у нас принято вот так. Все хорошо, только плода нет. Вновь образованная община начинает с чистого листа. У них пока нет традиции, значит, можно экспериментировать, и значит, можно не волноваться о том, что кто-то из старейшин встанет и сурово провозгласит: «У нас принято делать это так, и никак иначе». Перед вами чистый лист. И выбор способа благовестия тоже за вами. Возможно, вы захотите что-то изменить, попробовать что-то новое. Итак, молодые общины более творчески подходят к служению людям, установлению отношений с ними. Они гибче в своем отношении к разным формам поклонения, благовестия, ученичества, и зачастую они более продуктивны. И еще один практический довод. В какой-то момент развития у всех церквей наступает стадия отсутствия роста. Попробую проиллюстрировать свою мысль. Ни одна церковь не будет расти, бесконечно расти, расти и расти. Даже Йодо, самая крупная христианская церковь Южной Кореи, в свое время застыла на отметке 900 тысяч прихожан, и так никакая община не может расти бесконечно. У всех есть свой потолок, и у большинства церквей он гораздо ниже 900 тысяч. 100-150 — таков средний показатель численности, а в некоторых странах мира и того меньше. Это объясняется разными факторами. Иногда степенью одаренности пастора, иногда ограниченной площадью церковного помещения. Причин остановки роста множество. Попробуем изобразить это на графике. Вот здесь у нас 50 человек, здесь 100. Допустим, численность в новообразованной общине достигла отметки 100 человек, и на этом рост прекратился. Таков ее потолок. На то, чтобы его достичь, ушло 5 лет. Итак, стадии прекращения роста церковь достигла через 5 лет. Что делать? Можно, конечно, поставить себе цель преодолеть эту стадию и добиваться дальнейшего роста. Добиваемся, а результата нет. Что тогда? Не расстраиваться. Многие пасторы в такой ситуации расписываются в собственной несостоятельности. Я никудышный пастырь. Церковь совсем не растет. Но я предлагаю альтернативный подход. Что если эта община сформирует коллективы, скажем, 20 человек, который займется основанием новой церкви? Да, численность сократится.
Но что происходит потом? А потом община начнет стремиться к достижению своего максимального показателя численности. Что же касается команды основателей, то, как мы уже помним, вновь образованные церкви растут быстрее. А значит, к ядру из 20 человек, скорее всего, начнут прибавляться новые люди. Но когда-нибудь и эта община достигнет своего численного максимума, так? А между тем, материнская община добирает до своего максимума и снова останавливается в росте. Значит, самое время приступить к основанию еще одной дочерней церкви. Для этого община снова отправляет 20 человек. Новая церковь образуется и начинает развиваться, а общий численный рост всех общин выглядит примерно так. Понимаете, что происходит? Выделяя человеческий ресурс для организации дочерних общин, материнская церковь видимых подвижек в численном росте не демонстрирует. Цифра остается в районе 100 человек. Но при этом эта церковь положила начало целому движению по основанию церкви и таким образом умножила численность вдвое. Новые люди приобщаются к церкви благодаря основанию новых общин. Материнская церковь, в свою очередь, должна продолжать благовествовать. Видите ли, порой, достигнув определенной численности, община успокаивается. Она рассуждает так: людей у нас хватает, служения идут, с финансами порядок, пастор прекрасный. Благовестие, конечно, прекращать нельзя, но мотивация уже не та. И совсем другое дело, когда из церкви для организации новой общины уходит аж 20 человек, и эту потерю надо восполнять, проповедовать Евангелие, воспитывать учеников. Остановка в численном росте неизбежна, но есть выход — основание новых церквей и через это приобщение к вере новых людей. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Еще одна мысль. Во вновь образованные общины придут те, кто, возможно, никогда не пришел бы в материнскую церковь. Просто потому, что находится она дальше. Другое дело, когда церковь появляется поблизости, добираться до нее значительно легче, и в ней могут оказаться знакомые люди. Кроме того, вновь созданная община отличается определенной самобытностью. Несмотря на то, что их основатели некогда были членами материнской церкви, в дочернюю они наверняка привнесут что-нибудь новое. Там будет новый стиль, новый проповедник, новые служения. А если вы намерены охватить проповедью Евангелия какую-то конкретную группу людей, определенной национальности или субкультуры, например, высокообразованных интеллектуалов с хорошо оплачиваемой работой, то другой сегмент населения, люди малоимущие и плохо образованные, останутся в стороне. Среди белых воротничков им будет неуютно. А значит, ваша задача — основать общину и для таких людей, менее состоятельных, менее образованных, но где им было бы комфортно, где они получали бы духовную пищу и не испытывали комплекса неполноценности. Итак, у каждой новой церкви свой контингент прихожан. Но даже если разные общины ориентированы на людей примерно одного и того же социального сегмента, как, например, вот эта церковь в немецком Бонне, основание новых общин все равно дает тот самый кумулятивный эффект, о котором мы говорили выше. Смотрите, в первой колонке материнская церковь в Бонне численностью около 300 человек. В 1981 году делегировала группу из 55 человек для организации новой общины. В 1989 это же служение было поручено 14 членам, а в 1993 — 18 и так далее. Так вот, на протяжении этих 5-6 лет для основания новых общин церковь совокупно делегировала 118 человек. И всякий раз материнская община снова добирала количественно. За это время численность дочерних церквей выросла до 214 человек. То есть арифметика такая: минус 118 плюс 214.
Хотя отмечу, что дочерние общины были невелики. Общая посещаемость в среднем составила 270 человек. А количество домашних групп выросло с 24 в материнской церкви до 31 в дочерних общинах. Таким образом, совокупно их стало 55, а количество прихожан увеличилось до 700. Таков результат служения 117 членов материнской общины, делегированных для основания 5 новых общин. Они смогли приобщить к христианской вере тех, кого материнская церковь охватить не могла. А теперь Мюнхен. В этом проекте участвовал я сам, и немного позже расскажу о нем подробнее. А пока посмотрите. Вот три дочерние общины. Здесь центральная материнская церковь численностью порядка 200 человек, которая примерно за десятилетний период делегировала для основания новых общин 34, 25 и 12, в общей сложности 71 человека. За эти 10 лет общая численность возросла с 201 до 300 человек, а количество домашних групп увеличилось до 23. Это, заметьте, существенно больше, чем в материнской церкви. Совокупно же получилось порядка 500 прихожан и 33 домашние группы. Откажись Мюнхенская церковь от этого служения, самостоятельно такого роста она бы не добилась. Материнская община приросла общинами дочерними. Таким образом, даже при относительной похожести, дочерние общины привлекают и достигают новых людей. Новые церкви нужны для того, чтобы пропитать города и регионы Евангелием. Помните, я приводил статистику: одна церковь на 10 тысяч человек, одна церковь на 1000 человек. Одна община, даже самая крупная, не в состоянии охватить проповедью все население. Вот почему потребность в новых церквях столь высока, особенно в сельской местности с довольно низкой плотностью населения, где расстояние между поселками может быть довольно большим, а добираться до центральной районной церкви жителям деревень приходится долго. В этом случае хорошо, чтобы церковь была рядом, чтобы до нее можно было дойти пешком или доехать на велосипеде. В общем, она должна быть легко досягаемой. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.